Это второй чемпионат Украины по зимнему картингу. Зимний картинг как таковой в Украине 20 лет не проводился. То есть это 19 февраля у нас был первый этап. То есть возрождение традиций. В России это спорт популярный. В Украине решили вот провести. Достаточно люди собрались. Картинг – это мой, наверное, стиль жизни. Картингом я занимался, вот это вторая моя попытка. Сначала я занимался с 12 до 15 лет, так как это был дорогой вид спорта, мне пришлось его, ну, покинуть. А сейчас, в данный момент, у меня, слава богу, есть возможность, и начал заниматься вот картингом снова. Это база всего автоспорта. Почему? Объясняю. Если ты начинаешь с 5 лет заниматься автоспортом, то ты достигаешь до какого-то определенного уровня, там до 15, скажем, лет, пересаживаешься в юношескую формулу и поехал дальше. Вот. Если ты начинаешь заниматься автоспортом с 15 лет, уже садишься в юношескую формулу, ты не имеешь понятия абсолютно ни, ну, о стиле вождения, ты ничего не понимаешь. Поэтому, естественно, что картинг занимает очень важную роль. Картинг является очень дорогим видом спорта. Я считаю, вот на мое мнение, это второй вид спорта после ралли по финансам. Это дорого, потому как у нас картинг, в принципе, на высоком уровне в стране. Он очень развит, и мы едем все на международной технике, то есть на технике, которая соответствует любой спецификации. Мы можем брать наши машины и ехать за границу.